Молодые семьи Химок получили субсидии на приобретение жилья. Сертификаты вручил глава городского округа Дмитрий Волошин. Квартирные вопросы решают в Химках уже больше 5 лет. В муниципалитете действует программа обеспечения жильем молодых семей. В этой субсидии есть, кроме федеральных денег и муниципальных, львиная доля правительства Московской области выделяет субсидию по программе губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. За 5 лет мы выдали 73 сертификата, а на этот год у нас запланировано 19 субсидий. Вот 12 мы вручаем сегодня, остальные будут выданы позднее. В этом году для покупки квартир выделили больше 17 миллионов рублей. По условиям программы у молодых семей есть чуть больше полугода на приобретение жилья. Я бы хотел выразить свою признательность вам, Дмитрий Владимирович, за то внимание, которое вы уделяете нашим вопросам, вопросам семей, жителей нашего города Химки. Не буду скрывать, что данное событие мы ждали с нетерпением, потому что оно открывает новую главу в развитии наших семей, открывает нам новые горизонты. Чтобы получить социальную выплату, нужно соответствовать определенным критериям. Например, молодой семьей признают только людей до 35 лет включительно. Полную информацию о программе можно получить на сайте администрации городского округа и по телефону 8 495 573 33 31.